В Новой Зеландии мужчина стал жертвой большой белой акулы. Это произошло на популярном среди серфингистов пляже рядом с Оуклендом. Кровожадная рыба вцепилась в него сразу, как только тот вошел в воду. На помощь пострадавшему попытались прийти полиция и береговая охрана. Они не менее 20 раз выстрелили в акулу, убили ее, однако спасти человека не удалось. Сейчас пляж закрыт, рядом с ним видели и других акул.